Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Приспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятушки, также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ребятушки, слушаем трек «Майот и Август». Что, ребятки, скажу, голос красивый, поет хорошо, ребятки, автотюнинг немножко есть, музыка такая спокойная, красивая. Слушаем, ребятки. Гимнастика занимается, видать, ребятки. Я так думаю, спортом. Может, качаются. Может, на дорожке бегут, ребятки. Кардио. Кардио. Осуждаем запрещенные вещества. Мы осуждаем запрещенные вещества и все, что с этим связано. Ну, когда вот занимаешься спортом, воды нельзя пить, по-моему, да, и когда вот бежишь или кардио занимаешься, да? Они прям чай пьют много, я смотрю. Все по-другому не так же. Мне нравится парка с майотом, и сильно пугает мой каш. Пишу тебе WYL, пишу тебе WYD. Я интерес, I do you like it. Навижу на фотках catfish. А мы бабуем bottles. Курим дрипл и зал. Это стало нормально. Скажи, да. Так, друзья, что скажу? Мы осуждаем запрещенные вещества и все, что с этим связано, ребятки. Музыка интересная. Интересная, легкая музыка. Текст вообще непонятно. Текст непонятный, ребятки. Вообще, о чем текст? Да, о чем текст? Непонятно. Интересно, как они пишут это? Я не могу понять. Я не пойму тоже. Вот я не пойму. Это вообще не связанные какие-то вещи, слова. Не, просто я набор, не знаю. Набор слов. Да, 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 ты права. Текст непонятно. Непонятно. Музыка легкая. Просто вот так можно вот танцевать, да? Ну, голоса вот по-современному использовали они, да? Голоса красиво. Да. Ну, поют тоже вот они, направление модное. Ну, ребятки, текст, извините, непонятно. Слушаем следующий трек, ребятки. Выдумал. Сразу скажу. Вот тут текст хороший. Вот молодец. Угу. Вот молодец. Вот зима, вот, вот действительно русский, современный, красивый трек. Какой ты умница.
Музыка, какая стильная музыка! А голос какой! Я тебя прошу прямо вот сразу, береги свой голос. Работай, исполняй, пиши, радуй нас своим голосом, своими треками. Ты очень талантливый, очень. Я готов на все, меня так рады видеть все то, что мы за правило 3 секунд. И пусть несчастный блед не ди, но буду освещать путь ярче всем светил. Ведь я спрятал тебя внутри, но осознай, что ты так глубоко и безнадежно, как и редко ты. Ты слетел комом, и каждый день я пытаюсь залезть снова. Даже сквозь пальцы на мир красивый, а ты узнаешь потом. Ты скрываются силы, ведь я погружаюсь потом. Мой внутренний голос видит кадры из финале, но говорит мне глупо. Память небесных лет поглотит роман. Не нужно просто развязать свой бой кровет, но смывать уже некуда. Нет, мы будем счастливы вместе, где я все это выдумал. Я разбил все тайны давно, разношу карты Таро, но вышло наоборот. Не стоило стать другим, но душа так же просит на постой нарезать. Забери меня, Фредди, сберечь лицо, твое лицо, что врезается в память, но это тлен, но ведь ты один. Боялся ваших прав, с утренним миром не спелым, как виноград. Ведь ваша жизнь это спам в ленте, а вы товар в ленте. Я честно очень устал, чтобы продолжать терпеть эти людей, проедающих прессу, то легко как пересекает последний рубеж. Я не знаю, но... Кажется, ты прям талантливый. Вот, ну, я не могу. Обязательно вот нужно идти вот куда-то, я не знаю, показать себя, понимаешь? Тебя, может, кто-нибудь увидит, вот такой продюсер. Ну, вот я вот просто говорю, я хочу, чтобы ты на телевидении был, потому что ты талантливый, вот реально. Такая ты умничка. Очень красиво, очень все красиво. Великолепный трек, ребятки. Очень талантливый молодой человек. Очень талантливый. Так мне хочется, чтобы кто-то заметил. Какой-нибудь такой большой продюсер, ребятки. Чтобы он был на экранах, ребятки. Он такой талантливый. Очень хочу. Пожалуйста, не останавливайся на достигнутом. Все у тебя классно. И музыка красивая. И голос шикарный. И текст красивый. И исполнение шикарное. Ты молодец. Ты молодец. Умничка. Талант. Пока, друзья.